Сегодня выбрались в район Новоуральска, на гору Висячий Камень. Сейчас идем уже, осталось 900 метров до скал, потом еще пара Комедова, самой вершины. Погода хорошая, даже жарко. Летняя. Да, ветер есть, но тут среди деревьев его нет, к сожалению. Комары заедали. Ну, они не сильно уже едят. Ну, сейчас, да. Когда мы помазались кремом. Ну, я тем более голый, конечно, меня, естественно, как кэп. Естественно, меня будут есть. Жарко просто это. Вообще. Вот. Много бабочек. Лес. Бабочки. Все еще цветет. Еще зелень. Август уже. Тут еще все хорошо. Все красиво. Мы добрались до стоянки, где скалы, Висячий Камень. Тут такое вот цивилизованное место, типа кемпинг. Стол. В прошлый раз, когда был, его не было. Вот этого мангала здоровенного тоже не было. Шампуры даже. Какие-то они маленькие, точно, к этому мангалу не предназначены. Костерок оборудованный. Что нужно убирать, забирать мусор, прибирать, тушить костер и все такое. Все такое хорошее. Для нехороших людей написано. Те, кто это не выполняет. У нас сейчас перекус. Сейчас пойдем там выше. Красивый вид открывается. Мы пришли оттуда. Пойдем туда еще выше потом. Еще пара км. Отапливать до самой вершины. Вот вид со скал открывается на Новоуральск. На это военное стрельбище. Вот Новик. Гора дальше выше, вот туда идти. Только что прокапал дождик. Сейчас солнышко опять жара вдарит. Опять жру, пойдем топать. Тучки все разогнало. Небо расчистилось. На остановке, только не ждем автобус. На остановке едим дыню. Да, рядом с садом коллективным. Муравейник по пояс где-то, здоровенький такой, как на Южном Урале прямо, только муравьишки тут не такие большие, средненькие. Подошли к старинному зданию, печь. Обжигательная, да? Печь. Обжигательная печь. Для меня обжигался известняк. Паутинка. Небольшое, можно и наверх забраться, если захотеть.